Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Кримсона. Давай посмотрим машины или какой-нибудь транспорт. О, здесь есть очень красивый мотоцикл. Машина с мотором. Кажется, две одинаковые. А, меня твоя машина раздавила. Давай, отъедь. О, спасибо. Мотоцикл? Он дрифтит. А, давай посмотрим, что это за механизм такой. Вот механизм, тут получается два колеса, они крутят колеса, которые ты сделал, и еще находится сервопривод и много блоков. Это получается дрифт. Так, а что на других машинках? Здесь я кроме колес ничего не вижу. Но внизу есть магнит. А, вижу. Чтобы машина могла по стенам ехать. Машина едет по стенам. А у этой машины что? У этой машины то же самое. А это что за машина? Машина есть механизмы, поршни, сервопривод. Что она перевернулась? Когда я еду, там крутится шестеренка. Вот, написано Кримсон. Также есть блоки, поршни. Это, наверное, чтобы сделать фары, но ты еще не закончил, наверное. Можешь, пожалуйста, скрыть все механизмы? А он может подняться наверх? Круто. Давай посмотрим вот эту машину. Что это за машина такая? Не забудь, все убрать надо. Очень много шарниров, поршни. Что это такое? Ну ладно, давай я. Можешь показать механизм ховерборда? А вот механизм ховерборда. Здесь просто стоят колеса и парочка сервоприводов с поршнями. А здесь стоит кресло. Как-нибудь я тоже покажу на нее туториал. А может вместо вот этих колес конфеток можно поставить обычные колеса? Просто не у всех они есть. Давай посмотрим твою мини-машинку. По механизму надо скрыть. Покажи, как она работает. Это самая первая версия машинки на радиоуправлении. Наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.